Я участвовал в финале Максима Мастерс первый день, и я смог занять первое и второе место. Это было тяжеловато. Я участвовал на лошадях Change Water и Unique the Spirit. Unique the Spirit 8 лет, Change Water 9. Сложнее, наверное, было на Unique the Spirit, потому что в прошлом старте я не участвовал, и сейчас я не знал, как он себя поведет, но все обошлось, и я на нем смог занять второе место. На Change Water было полегче, потому что я участвовал в больших соревнованиях. Ну, давление есть, потому что людей приехало намного больше. Две лошади, то есть больше усилий надо прилагать. Ну, и морально это финал, надо стараться больше. Легкое было, это первая фаза, там надо было ехать спокойно, вот я и постарался ехать спокойно. А во второй фазе сложнее всего было, наверное, с 7 на 8, и с 9 на 10. На одной лошади я поехал там перед первым, а на другой нет. Это был самый сложный, как по мне, момент. Мой тренер погони Юрий Гаврилович, он меня тренирует с 8 лет. Он меня подбадривает тем, что если выиграю, все будет хорошо. Нет, не очень хорошо. Ну, проще, потому что можно говорить все, а сложно то, что дома все время говорит о тренировках, что надо лучше делать, что надо стараться больше. Стратегия, наверное, на обоих конях как можно лучше выступать. Если на одном первый, то все равно прыгать еще лучше. Ну, а стратегии какой-то таковой нет. В воскресенье я настроен победить, первое и второе место занять, опять же.